Жадность – это хорошо или плохо? Ну, так-то вообще сразу кажется, что плохо, да? Ну, что такое жадный человек? Это просто вот смотришь на него и думаешь, господи, как таких людей вообще земля носит, понимаете? Прижимистый, все ему там, понимаете, за каждую копейку будет душиться, понимаете? Ну плохо. Плохо 100%. А вот если с позитивной стороны посмотреть, можно? Что такое жадность? Может быть, там какая-то рациональность за этим стоит? Ну, то есть человек там лучше планирует будущее, он распределяет ресурсы, он точнее определяет акценты, да, что стоит труда, потому что деньги же это труд, да, который я произвел, получил за это деньги, и вот стоит ли моего труда вот эта покупка или эта трата, или мой труд, мое время, моя жизнь дороже, чем вот это какая-то безделица, да? Вот, то есть тут на самом деле есть повод о чем поразмышлять. Давайте устроим по этому поводу обсуждение в комментариях.